В универсальном спорткомплексе Подмосковья на протяжении 3 дней в минувшую пятницу и выходные проходил Кубок России по чир-спорту и фестиваль «Восходящие звезды». В этом году манеж спорткомплекса в Щелкове уже во второй раз принимает состязания по чирлидингу всероссийского уровня. На этот раз в них приняли участие более 2500 спортсменов из 32 регионов страны. Это второй по значимости старт. Первый – это чемпионат и первенство России, который проходит у нас традиционно весной. Ну а сегодня второй старт. Разделены они отрезками буквально 6 месяцами. Команды за это время меняют программы. И через этот старт, выходя сюда на Кубок России и всероссийские соревнования, показывают, с чем они потом подойдут к борьбе за основные титулы в мае. Грация, пластика, скорость и физическая подготовка – это все чирлидинг. В процессе тренировки у девочек формируется богатейший арсенал двигательных навыков с постепенным нарастанием координационной точности и сложности. При выполнении соревновательных программ используются махи, приседания, прыжки, падения, повороты, вращения. Находясь в постоянном движении, надо уметь точно бросать и ловить помпоны, моментально и синхронно перестраиваться. Это все базовые движения в чирлидинге. Есть акробатические дисциплины и артистические. К акробатическим это от нас относится чирлидинг, это станты и группы. А к артистическим дисциплинам это у нас перформанс. В основном большая масса, конечно, это девочки. Они начинают тренироваться с маленького возраста. Вот, вначале это фестиваль «Восходящие звезды», который проходил вчера, когда они уже достигают возраста 8 лет. Они получают разряды, они уже выступают на всероссийских соревнованиях. Можно выиграть соревнования, на которых дают спортивные разряды, и получить 3-й, 2-й, 1-й разряд. Кандидатом в мастера спорта можно стать, также мастером спорта. Впервые понравилось очень. Думаем, что еще приедем. Зал очень хороший, хорошо оборудован, хорошая организация. Чирлидинг в России – молодой вид спорта. Он появился в нашей стране в 2007 году, но уже стал популярным. Сейчас им занимаются около 100 тысяч человек, из которых более половины – титулованные спортсмены. Чирлидингом увлекаются и у нас в Щелкове. Здесь, в УСК Подмосковья, проходили и муниципальные соревнования. И теперь к нам приезжают лучшие мастера этого вида спорта со всей страны и привозят к нам настоящий праздник. Let's go! Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.